Хозяйка резиновой квартиры в Петропавловске пойдет под суд. Ее обвиняют по уголовной статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Как полагает орган расследования, обвиняемая в период с 2021 по 2023 год представляла в уполномоченный орган документы, на основании которых более 200 иностранцев поставлено на учет по месту пребывания, принадлежащим ей на праве собственности в жилом помещении. Такие действия произведены ей без намерения предоставления квартиры в пользование, и фактически прописанные там лица не проживали. Иностранцы сняты с регистрации и привлечены к ответственности. Уголовное дело направили мировому судье Петропавловского судебного района для рассмотрения по существу.